И всем привет, ребята, с вами Робин Гуд. Сегодня мы откроем пакеты FIFA 15. По факту FIFA 15 уже скоро закончится. Уже в конце сентября выходит 16-я часть, и поэтому в виде финальных аккордов нам предоставили вот таких вот парней. Это выбор сообщества FIFA 15, то есть лучшие игроки по версии FIFA 15 сообщества, то есть игроков. У меня есть немножко монет, поэтому будет на две части ролик разбит. Сначала мы откроем 5 паков в этой серии, потом завтра еще сниму еще одну. Давайте приступим. Давайте сейчас откроем на 1 по 7500. И чтобы немножко было дольше видео. Так, первый пак за 7500. И тут у нас выпадает ничего. Ну, в принципе, нам выпадает очень-очень такой респектабельный корейский работник медперсонала, который, конечно же, нужен каждому топ-клубу. О, дедушка мой выпал. Ладно, сохраняем тренер вот эти всякие штучки и пацаны целим прям без. Кстати, тут нет новых карт. Кстати, по-моему, Серхио раньше играл не в Вильяреале или Путин. Все, продаем. И давайте сразу по 35 тысяч монет. Так, первый пак за 35 тысяч монет. Пошел. Давайте. Хоть бы хотя бы информ. Я хочу хотя бы в эту информу, там Джо Винкво. 83-й очень хороший форм. Да. Смотрим, что нам выпало здесь. Иванович оставляем. Кстати, вот этот Тарта такой довольно-таки пацан. Мне кажется, он что-то мало чувствует. Но я его сохраню, потому что он мне в связку с Роналдиньо пригодится. Сау тоже неплохой вариант. Что еще у нас здесь? Чупа-мутинг. Ну и что-то как-то печалька. Ну, вот позиция неплохая. Сельсы. О, монеты, кстати. 2000 монет, спасибо. Щедро. Очень щедро. Ну и Стадион. Очень крутой мужичок, который тренер вратарей. Похож больше на бабушку, конечно, но не важно. Форма Эвертона. Возьму. И форма состава. Все, остальное можно мы. О, нет, не клуб, а Пиксел. Так, теперь давайте откроем пак один серебряный, потому что очень много серебряных информов в команде недели. Может быть, нам выпадет серебряный информ, я буду очень рад. И скипнем. Нет. Все очень печально здесь. Серебряно. Ну, мы возьмем пару тренировочек. И, в принципе, остальное все можно. Кстати, стадион красивый для серебряного, тоже сохранение мне нравится. Форма мячом. Excel. Так, ну и опять по 35 тысяч монет. Будут так чередовать какие-нибудь интересные пакеты еще. Давайте опять же скипнем этот пак. И скипнем. Да. Кстати, Эль Шарави из новых трансферов, который должен что-то стоить, потому что он из Монако. 6 тысяч, и сколько много их? Да, много, но он... Ну, нет, не так много. В принципе, его продать за 1003 еще пока можно, я этим... Пожалуй, воспользуюсь. Кстати, Кэмпбелл вернулся в Арсенал следующим игроком у нас. Выпал. Следующим игроком у нас выпал Кэмпбелл из Арсенала, который вернулся с аренды. Куча-куча всякого ненужного говнеца. Форма Наполи и Джан-Луиджи Буффон дубликатов. Кстати, Буффон хоть что-то стоит сейчас. Я просто немножко с Буффоном не в курсе. Ну, две тысячонки стоит. Я отправлю его на список продаж. И так, ну что еще можно? Мотор хороший, те сыгранности со скоростью, что туда стоит. Физформы всегда, ну, да, физформы состава всегда нужны, в принципе, всегда не хватает. Так, ну и что еще? Ну и Кэмпбелл из Арсенала, скорость хорошая. Сохраняем остальное. Да, остальное можно спокойненько фиксировать. У нас еще 100 тысяч монет. Так, три пака. Давайте пока подкроем такие паки. 35 тысяч. И будем верить в лучшее. Будем верить в то, что нам будет что-то хорошее. Итак, первый пак пошел без скипа на этот раз. И совсем плохо. И няма. Няма, и няма, и няма. Сколько он сейчас стоит на транспорте, интересно. Вратарь. В принципе, у него рефлексы 90. Но стоит он тысячонку. Ладно. Это не стоит того, чтобы продать за 1000. Тарасов выпал. Привет, братан. Когда в сборную России вернешься? Кто? Каннибалоцкий. Похож на Дима Билана, кстати, пацан. Дистин, Штекеленбург, Дестро. По-моему, новый трансфер. Он вроде в Невроме играл.
Правда? Не было, не проиграл. О, тачи, тачи, смотрите, какая прелесть. Нам выпал в одном, так, в одном паке Тарасов из Локомотива и главный тренер Локомотива. О, какая прелесть. Какая прелесть. Конечно же, мне нужен главный тренер из Локомотива. Мечтал. Мечтал. Убираем это все. И к целям остальное, потому что вообще брать нечего. А может кто-то в дублерах может? Нет. Никого в дублерах продаем. Сразу еще один пакет, потом один откроем за 15. Да, потом один за 15 открою, и потом последний за 35. И потом, может, завтра еще будет одна серия по открытию паков. Ну так, пакет за 35 000 монет. И это матч. Довольно-таки неплохо, но, конечно, все равно ужасно. Ну, в принципе, матч, он стоит 1 007, я думаю, должен. Нет, 6. Наверняка не стоит даже. Нет, 6 он, в принципе, стоит. Я его сохраню в клубе, он не пригодится. Биллераби, в принципе, тоже 1 004 стоит. Так что пакет не самый плохой выпал. В принципе, можно сказать, наполовину он себя купил. Ну, нет, он стоит дешевле, чем я думал. Я его сохраню, скорость 90 пригодится. Кейн. Гарри Кейн. Мне нравится. Так, что еще? Ну, всякие ненужные дело. И перчатка. Может, что-то в дублерах какой-нибудь. Кстати, его Виллиан в информа. О, в этих дублеров, публикатор. Виллиан, ну, чего-то достоит. Поэтому, да ё-моё, что я делаю? Поэтому список. И Демаркес тоже стоит 1 002. Я знаю, что покупал недавно, поэтому остальное Quick Sell. Так, у нас еще один монет, еще один пак за 15 000 откроем. И потом последний 35 на сегодня. Давайте. И давайте два последних. Давайте ладно, 15. Вдруг выпадет что-нибудь хорошее в этом пакете. Вдруг. Итак, это пока у нас открывается, и тут у нас скип. Сонг, вернувшийся в Барселону, Сантон, перешедший в Интер, то что еще интересного, ну и да, ну что-то все очень плохо. Может Сантон что-то стоит, потому что это он из новых трансферов, опять же, может он чего-то там и стоит. Так. Ну да, 2 300 он стоит, как я предполагал. Потому что он из новых трансферов, сейчас они стоят денег, новые трансферы. Новые футболисты из новых команд, которые пришли в этом межсезонье. Поэтому выставить его тоже можно. Какой довольный тренер Аргентины, конечно, довольный. Позиция неплохая. И, в принципе, все. Последний пак за 5 000 монет. И на этом все. На сегодня. Давайте, не знаю, выйдем в главное меню, посмотрим на эту команду недели из Джо Винко, на этих игроков матча Джонса, который бомж, но почему бы и нет, и вот этих ребят. Давайте. Хотя бы тут оранжевого Джонса, он бомж, скорости нету, но я был бы доволен даже этому. FIFA. Ну, последний день хороших пак. Да. Что-то оранжевое, но нет. И Турбо, и Муса. Два очень быстрых футболиста, которые, безусловно, стоят денег. Но это ни о чем абсолютно. Может, им что интересненькое выпадет. Так, Каларов. Контракты, лечение, тренировка. Позиция неплохая. Цапцев и Домен как раз нужна сейчас. Стадион Уэмбли. Это, по-моему, Манчестер. Нет, какой Манчестер? Уэмбли, Уэмбли. Чел. Нет, не чел. Это очень какой-то английский, но я чуть туплю. У меня Camp Nou стоит, ладно, сохраним. О, и Барба. Нам выпало три быстрых футболиста с рейтингом 78. Это и Барба, Муса и Турбо. Забавно, забавно. У меня уже есть, поэтому список продаж. Так. Ну и форма, кстати, прикольненькая, такая зелененькая, сохранить. Ну и все на этом. Какое-то такое было открытие. Кстати, нам, по-моему, хватит еще на один серебряный. Попробовать. Нет, не факт. Кипать не буду. Все на этом. Собственно, такое открытие паков. Вообще дрянь. Может быть, если на скрибу, завтра еще одно открою, но если. Ну, сейчас посмотрю, кстати, прямо сейчас, что на этом. В принципе, возможно, я и не буду даже пытаться. Может, лучше собрать состав. Но, в принципе, я думаю, монета так.